Плюс 3. Что значит плюс 3? Один бюллетень неустановленной формы, это или без печати, или печать наоборот перевернута. Второй бюллетень со всеми отметками во всех позициях. И третий бюллетень, где нет вообще ни одной отметки. Такой тестовый комплект мы должны были приготовить на 2 КАИБа. Значит, 21 плюс 3, 24. Да, получается 24. На 2 КАИБа 48. Так, нам сказали, что мы можем вот этот тестовый комплект не делать еще один дубль этого комплекта на воскресное тестирование, а воспользоваться этим комплектом, если мы его не испортили. Ну, там, не порвали и так далее. У нас было все хорошо, поэтому мы еще один делать на воскресенье не стали. Значит, кроме того, в субботу мы делали тренировочный режим. Тренировочный режим делается по формуле 20 плюс К. Значит, 20 – это количество бюллетеней, действительно, то есть где отметок не более 5, как положено, да? Вот. Ну, а К, естественно, все то же самое. Один неустановленной формы, один недействительный со всеми отметками, а другой недействительный без отметок. И вот таких комплектов у нас было на 2 КАИБа. Значит, 20 плюс К – это получается 23, правильно? Умножить на 2 получается 46. Подождите, 20 плюс К, К это у вас было количество 20 бюллетеней. 21. Нет, это 20 плюс 3. 20 плюс 3 это тренировочный режим. 20 плюс 3. Тренировочный 20 плюс 3. Не 21 плюс 3, а 20 плюс 3. Нет, 20 плюс 3. Тренировочный 20 плюс 3. 20 плюс 3. Значит, получилось 23. Скажите, пожалуйста, тренировочных комплектов сколько вы делали? Два комплекта, потому значит, что... Еще то есть надо умножить на 2, правильно? На 2. Получается 46. Значит, 48 и 46, получается 94. Вот они 94. Скажите, пожалуйста, вопрос у меня к вам. Что вы сделали с этими бюллетенями по окончании голосования? Погасили. Но мы то есть они погасили. У вас лежат в погашенных, да. И да. Нам сейчас не критично вообще, сколько вы изготовили бюллетеней, правильно? Ну, в общем, да. Ну, не подписывали. Просто мы только погасили. Они все погашены. Голосование. По инструкции там написано, что мы как только их вытащили из КАИБа, мы их сразу должны были погасить до того, как начнется голосование. Но факт в том, что они у вас погашены. Да, да, да. Да. Они из общей кучи, да? Да, конечно. Вот вы получили всего сколько? 1000? Они отдельно. Мы получили 1400. 1400, значит, минус 94. 94. Это получается, значит, у нас 6300. Ну, да. Давайте возьмем математику. 1306, да? 1306 у вас было, которые вы потом из них выдавали. А ну это 94. Да, но все равно они вот здесь вот в этой куче. Да, они в этой куче. Да. То есть из 1306 вы выдали сколько-то, и вот это все потом да, суммируется. Да. Да. Досрочное голосование у вас было, досрочное оно отдельно да. Считалось, но да. В эту сумму не вошло. Да. Давайте. Что будем делать? Ну, сейчас, а члены комиссии? Да. А вы рассмотрели заявление о принятии? Ну, что ну, нет, сейчас. А члены еще нет. Сейчас. Я вот только что позвонила, она сказала, мы в машине уже едем. Это вот, вот буквально мы придут. Мы должны отъехать. Да. Соседи. Лена, ура!